Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и сегодня на моем обзоре аксессуары для GoPro. Те, кто смотрел мои недавние видео, вы, наверное, уже поняли, что себе я оставил GoPro 11 и Insta 360. И мои друзья из компании Telesyn прислали мне аксессуары для моей GoPro 11. Я вот сюда вот положил коробочки, они выглядят прям такое ощущение, что они пережили и огонь, и воду, в прямом смысле. Почта России их потрепала прям по-жесткому, но все пришло в целости и сохранности, и проблем никаких нет. Итак, какие сегодня аксессуары будем разглядывать? Это две клетки от компании Telesyn, это штатив селфи-палка, и вот такое вот оригинальное крепление на шею, не знаю, я называю его ошейник для GoPro, скажем так. А давайте, наверное, начнем с алюминиевых клеток для GoPro. Они подходят от 9 версии до 11 версии без всяких проблем. Сначала, когда я все это дело получил, мне пришло две коробочки. Я думал, что ребята что-то перепутали, потому что, ну, абсолютно одинаковые. Потом я посмотрел повнимательнее. Оказывается, есть Vertical Set и Metal Combo Cage 11. Конечно, понятно, чем они отличаются. В одной из клетки идет вот такое вот крепление, которое прикручивается сбоку, соответственно, чтобы вы могли устанавливать его на штатив не таким образом, а еще и вот таким. Естественно, можно ее устанавливать и обычным способом, но можно устанавливать и так. Скажите, зачем это нужно? Смотрите, как я понимаю, что в 10 и в 9 версии у нас такой вариант, что если вы хотите снять видео для каких-то соцсетей, я имею в виду для шортсов, для инстаграма, для тиктока, для рилса, вам нужно держать камеру, соответственно, так, да, и на обычном вы не можете ее повернуть, вам либо нужно что-то, в общем, мутить со штативом, либо просто купить вот эту версию с дополнительной штучкой и можете ее поставить так. Если у вас 11-я версия, то, как вы знаете, да, сняв один кусок, вы можете обрезать ее под любые форматы, потому что там изменили матрицу, ее как раз вытянули именно для этого. Поэтому для 11-й версии вот с этой штукой, мне кажется, нет смысла покупать. Я думаю, что, скорее всего, сюда можно будет прикрутить еще что-то. Возможно, вот этот вот ящичек, или как это называется, крепление для переходника на микрофон. В общем, я не знаю. Но на самом деле, что могу сказать про сами клетки? Во-первых, у меня уже была не раз клетка от компании Telesyn. Я уже пробовал, пользовался. Это новая версия. Самое главное отличие, это то, если вы пользуетесь какими-то фильтрами, я не знаю, макс-линзами, еще чем-то, что откручивается, ну, грубо говоря, что не одевается сверху линзы GoPro, а что именно откручивается. Тут такая фишка, что вы можете абсолютно спокойно открутить линзу, не снимая, не вытаскивая камеру из вашей клетки. Соответственно, она подходит под Max Lens. Вы можете абсолютно спокойно снять старую, одеть новую, не вытаскивая. По большому счету, вы покупаете GoPro 11, приклеиваете, как я вот, например, защитное стекло сзади, спереди на линзу, вставляя ее в металлический вот этот кейс алюминиевый, и по большому счету вы ее больше не вытаскиваете. Есть возможность открыть блок для батареи, все достать, карту памяти достать, очень удобно включать. Есть у вас два башмака, то есть вы можете что-то прилепить еще дополнительное, свет, микрофон. Снизу у вас идет крепление стандартные GoPro-шные, если вы их закроете, у вас есть стандартная дырочка для того, чтобы прикрутить на любой штатив стандартный. В общем, очень удобная штука. Надеюсь, что она еще благодаря тому, что она алюминиевая, забирает какой-то нагрев с камеры. Но я не думаю, что это прям повлияет на ее работоспособность. Я даже не стал пробовать, потому что, я думаю, если будет какие-то 2-3 минуты разницы, особо роли не сыграет. В общем, легкая, качественная штука. Камера сидит как литая. Так что однозначно советую, здесь просто больше сказать нечего. Все ссылки, естественно, будут под видео на все отдельные товары. Так, давайте перейдем к самому интересному. Вот эта штука действительно меня поразила. Это ошейник для вашей GoPro. Как вы видите, да, ее можно использовать и для крепления смартфона, и для крепления DJI, GoPro, в общем, всех, я думаю, экшн-камер, которые, ну, влезут, грубо говоря, сюда. Сделана она очень приятно, очень приятная прорезиненная, я не знаю, проволока, наверное, скажем так. Все это цепляется достаточно быстро, то есть защелкивается. Сейчас по микрофону врежу. Так,
Выглядит это вот таким вот образом. Сегодня я взял свою GoPro-ху и протестировал ее на улице. Давайте посмотрим небольшое видео. Сегодня хотел показать вам вот такой вот ошейник от компании Telesim. Честно говоря, я никогда не думал, что это реально удобная штука. Все время использовал вот эти резинки, и у меня GoPro-ха висела вот здесь, если мне нужно, ну, грубо говоря, что-то заснять от первого лица. Но после того, как я вот эту штуку попробовал, особенно когда на тебе огромное количество одежды, и тебе нужно что-то быстро заснять, допустим, как я, да, беру там 2-3 телефона или камеры, и у меня что-то должно здесь висеть, либо вы управляете дроном, как вариант, да, чтобы заснять ваши руки, и, естественно, как вы управляете пультиком. Все, что нужно здесь сделать, это хоп, как реальный ошейник для собаки. Застегнули, все дело поправили, и нажали запись, и вуаля! Выглядит все это таким образом. Да, страшный стол, согласен. Чтобы снять камеру, повернули в сторону, убрали. У вас остается вот такая вот штука, я не знаю, там поснимали, либо еще купить какой-то переходник, чтобы он вставлялся в штатив. Потом хоп, можно вставлять таким образом, естественно. Можно вставлять вот таким вот образом тоже, если вам удобно, либо, может быть, вы будете как-то себя вот таким образом снизу снимать. Тройной подбородок мой, например, очень удобно. Не понравилось, хоп, убрал, все. 2 секунды, ее, в принципе, можно вот так под куртку положить, и она особо, ну, не мешает. Даже не занимает места в рюкзаке, по сути. Так что отличная штука. Плюс, так, сейчас я могу сделать обзор вот на этот вот штатив. Это тоже тренога от компании Telesim. Допустим, да, хоп-хоп. Взяли вот так, закрыли. Очень, кстати, удобная. Сейчас мы ее поближе посмотрим. На самом деле, очень удобная, практичная штука. Но лично мне кажется, что, наверное, я бы предпочел, ну, обычный телескопический. Так, теперь я во время ходьбы могу, например, спокойно... Как это выглядит? Вот таким вот образом это выглядит. Если смотреть на меня во время ходьбы. И вот таким вот образом это выглядит с камеры. Вот так вот это должно выглядеть, когда я иду. То есть она, в принципе, не особо мешается. Что она есть, что ее нет. Главное не прыгать, иначе выбьет зубы. Особенно в металлическом кейсе. И поснимать вот таким вот образом. Не знаю, кому это понадобится. Мне кажется, это, конечно, полный маразм, но сделать в любом случае это можно. Итак, каков же мой вердикт? Все на самом деле очень даже неплохо. Сначала я думал, что это полная ерунда, но оказалось, что вполне годная штука. Единственное «но». Само крепление очень удобное, очень классное, то есть ты его прилепил, повернул в бок, снял, опять прилепил, очень удобно, очень быстро все это действует, плюс вот эту штуку вы можете, ну, грубо говоря, оставить, она абсолютно не мешает, в отличие вот от этих, так, у меня где-то здесь валялись, ладно, вот эти лямки, да, все, то есть тебе надо все это дело залазить, там, одежду поправлять, и плюс у тебя все это давит, особенно если это летом, это еще жарко, тут все это дело нормально проходит. Единственный момент, если, наверное, вы в ней прыгнете, она вот таким образом разобьет вам физиономию. Мягко говоря, это единственное, что меня, наверное, пугает. Плюс сама конструкция вот этого крепления, мне кажется, она не вполне надежна в плане какого-то дикого экшена. Если вы занимаетесь там BMX-ом, прыгаете на велосипедах, ездите на мотоциклах, либо, я не знаю, там с парашюта спрыгнуть, естественно, она для этого не подойдет однозначно. Надо брать либо крепление на на грудь, такое мертвое, либо на голову. Ну, тоже с головы можешь слезить. Ладно. В общем, штука классная, для чего лично я ее оставлю себе. То есть взял, когда сейчас плохая погода, одел, прилепил камеру, включил ее, абсолютно спокойно, у тебя свободные руки, у тебя ничего не давит, у тебя нет никаких проблем, то есть ты ее открыл, спрятал в рюкзак, все. Те, кто излишне не экстремалит, я думаю, что прям с удовольствием приобретут эту штуку. И причем ее можно еще, да, поднастроить, как тебе удобно. Не знаю, при желании ее можно вообще использовать как какую-то подставку. В общем, удобная, приятная на ощупь штучка. Еще хотел показать, что идет к этой штуке. Смотрите, какая инструкция. Я первый раз такое вижу. Пластиковая инструкция, которая идет в комплекте.
видимо, чтобы вы случайно ее не сломали, потому что, ну, она реально весьма оригинально крепится, и хочется ее как-то провернуть дальше и вытащить, а на самом деле все очень просто. То есть, чтобы ее одеть, вам нужно просто ее прислонить. Также вы ее можете одеть, допустим, вот таким вот образом. То же самое по часовой стрелке сняли. Дальше у меня идет вот такой вот селфи-стик-трипод. У него открываются две ножки для того, чтобы камера стояла. На самом деле, да, стоит она реально очень надежно, скажем так. Здесь все регулируется. Плюс вы камеру можете поворачивать как хотите. Здесь идет шар, поэтому крутите, вертите как вам угодно. Здесь тоже два фиксатора. То есть, по сути, вы ее можете открывать, поднимать таким образом, ставить на землю, снимать себя. Закрываете эти штуки, снимаете ее, используете как селфи-палку. То есть, все настроили, все сделали. Закрыли, пошли, поснимали. Не знаю, мне кажется, что вполне годная, удобная штука. Единственное, что мне она кажется немножко громоздкой. Но настройки всякие прикольные можно с ней сделать. Плюс, что я еще заметил, да, благодаря вот этому шару и всем вот этим вот, так сказать, ручкам, вы можете, например, собрать, так, что-то вот, допустим, вроде вот этого варианта, да, чтобы выходили, грубо говоря, из камеры, снимали какие-то проходы. Плюс ее можно опустить пониже. Понятное дело, что все это дело вы можете делать стандартным, со стандартной палкой, да, открутить ее и опустить. Но, не знаю, я думаю, что кому-то эта штука зайдет. Что касается самих ножек, да, они полностью прорезиненные, закрываются, защелкиваются. Вообще никаких претензий нет, к сборке претензий нет. Она, ну, ощущается, скажем так, достаточно прочной. Есть крепление на руку, больше там ничего в комплекте не идет. То есть сам трипод и, по сути, все. Мне кажется, данная штука в любом случае найдет своего покупателя. Лично мне как-то она не зашла. Я больше привык вот к этим палкам, которые ты хоп, раздвинул, задвинул быстро, чем вот это все собирать. Ну, возможно, это на мой вкус. Обязательно напишите, что вы об этом думаете. Может, кто уже пользуется либо оригинальной GoPro-шной, либо вот этой вот штукой от компании Telesyn. Все возможно. Итак, в завершении, что я могу сказать? Огромное спасибо компании Telesyn за предоставленные аксессуары для GoPro 9. 10, 11. Также можно использовать, естественно, для любой экшн-камеры, но я имею в виду не боксы. У них огромный выбор. Я считаю, что компания реально классная в плане того, что цена, качество у них очень хорошее. Естественно, да, можно что-то сломать, есть пластик, но, допустим, те же алюминиевые боксы, мне кажется, что просто по цене качества одни из самых лучших, которые вы можете приобрести там в том же Алиэкспрессе. Все ссылки на официальный магазин в Алиэкспрессе компании Telesyn я оставлю под видео. У тех, у кого остались вопросы, обязательно пишите внизу под видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в общем, там можем тоже в чате пообщаться, стараюсь отвечать всем. И очень благодарен за лишние комментарии, лишние отзывы. Друзья, с вами был я, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока.